Виктор Гетц, и у египтянина, и у россиянина есть по одной попытке, и египтянин выходит первым. Перед нами, наверное, один из важнейших соперников Виктора. Именно от этой попытки будет зависеть, насколько пойдет дальше Виктор. Пока 205, но, как мы говорили, это тактика, большая тактика. Заявка, да, пропускается. По-моему, касание было локтей. Нет? Вы смотрите, что творит. Уверенно за голову. Что-то его раскрутило немножко, но успех определенный для Египта. Может быть, мы чего-то не знаем, но вроде как еще не гарантированы медали. Есть у трех атлетов попытки, и они смогут обойти его. Возможно, просто личный рекорд, ну, невозможно, а скорее.